получилось очень здорово. Девчонки собрались боевые, красивые. Самый лучший, наверное, город Ухты. Единственное, что Демид, конечно, нас так не давал нам спуску. Мы так все устали, безумно устали. Но мы теперь знаем, что такое строевой шаг. Было тяжело, мы выдержали. Будет лучше. Положительные, все очень понравилось. Столько незнакомых девушек вместе собрались, так дружно, все подружились, познакомились. Сложно было на строевой подготовке, холодно было, но весело, нам всем понравилось. Что мне понравилось в участии, это серьезная подготовка руководства к этому мероприятию. Сегодня мы отрабатывали строевой шаг, мне это понравилось, я себя почувствовала, можно так сказать, солдатом. Вот. Немного подвели погодные условия, но я думаю, что на 9 мая погода нас порадует.